Добрый день. Работаю в небольшой оптовой компании. Поставляем товары для сетевых магазинов, розничных, небольших ИПшек. И сталкиваемся с косяками на сайте. Например, есть такой популярный интернет-магазин «Дочки, сыночки». Что там, допустим? Во-первых, неудобно здесь меню, но бог с ним. Леггинсы «Батик». Цвет серый. И самое смешное – это состав атрибутов. 95% хлопок, 8% полиэстер. В сумме 103%. Дальше идем. Супер легкий рюкзак. Как вы думаете, сколько весит супер легкий рюкзак? А весит он 1,5 килограмма. Бедные дети. А плюс еще туда учебники. Смотрим дальше. Сандалия. Baby shoes. Да. Я сначала издалека подумал, что это сапоги. По 200 рублей такие сандалики. Даже не будем смотреть, из чего они сделаны. Ну и в завершение перчатки Bonnie Kids. Как вы думаете, да, наверное, этот товар предназначен для детей, да? Предлагают дружить. Вроде, да, 7-9 лет. Но какой же все-таки минимальный возраст? А минимальный это возраст 84. Для бабушек, что ли, эти перчатки, да? Либо, скорее всего, они туда ошибочно запихнули рост. В общем, куча таких косячков у дочек, сыночек. Забавно. Спасибо большое за внимание.